зоопарк посмотреть на животных. А сейчас мы находимся около клетки лисы. А сейчас мы в лесу. Также здесь можно посмотреть на волков. Вот один из них. А вот и слоны. Находимся около вольера с тюленями. Вот они. Какой большой. А вот и морские котики. Их детеныши. А это большой кольчатый попугай. Быков обеденный перерыв. Вот и кустарниковые собаки. Их здесь очень много. Большая территория тут, да? Они даже могут вон туда пройти. Там у них калитка открыта. Я пришла к лесным северным оленям. А это леопард. К нам подошла рысь. Вот она. Розовые и красные фламинго. Так же вороны, чайки. А это Ману, хищный кот. Я недавно писала про него доклад на окружающий мир в школу. А сейчас мы идем в павильон фауны Китая. Большой панды также обеденный перерыв. А это самое популярное на данный момент животное – капибара. Пора бы перекусить. Идем искать кафе. Мы подкрепились и пришли смотреть на кенгуру. Иди сюда.
Мы пришли в гости к белому медведю. Мы нашли больших орлов. Смотрите, какие красавцы. Мы нашли зебру, и жираф живет вместе с ним. Кстати, любопытно, что хоть и зебры и окрас очень схожи между собой, невозможно найти двух зебр с одинаковым окрасом. А это таджикские винторогие козлы. А это азиатские львицы. Мы снова пришли к зебре. Крокодил спрятался. А здесь у нас китайский аллигатор. Угольная черепашка обедает. Вот сколько черепашек. Вот они, и черепашки. А вон ее сородичи. Это сиамский крокодил. Гавиаловый крокодил отдыхает. Обзор на крокодила. А это светлый тигровый питон. Гладколобый кайман греется под лампой. Удав спрятался. Тупорылый крокодил охлаждается. Это парагванская анаконда. Это тиморский питон. А вот и сетчатый питон. На этом наше приключение подошло к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!